Всем привет! Вы на территории Империи Зла. Я рад вас приветствовать на матче Россия-Польша. Это первый стыковой матч за выход на чемпионат мира в Катаре 2022. Я вас приветствую со стадиона Лужники. Сборная России попала в стыки очень драматично, проиграв хорватам на последних минутах. Поляки, в принципе, на первое место не претендовали никогда. Я его забронировал себе с самого первого тура. Сборная Англии. Для поляков, наоборот, второе место — это максимум был в той группе. ЖК. Ионов. Бакаев. 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 И добить! Добить! Гол! Чернышев с третьей попытки все-таки закатывает мяч в польские ворота. 1-0. Но ребята Карпина молодцы. Уже сейчас показывают, что им все равно на неудачи. Им все равно на обидное поражение. У них есть желание борьбы. В каждом эпизоде за каждый мяч. Это самая главная их сила. Поляки атакуют. Наши не боятся. Наши просто убивают. Вернее, нет, наши убивают не просто. Наши убивают на своего. Развивают контратаки. Осипенко здорово. Увидел. Ионов. Борется Ионов. Все борются. Милик. Левандовский. Он. Если сборная России победит Польшу, дальше нас сыграет либо с Швецией, либо с Чехией. Будет, конечно, очень обидно победить поляков и оступиться на шведах или на чехах. Сафонов убивает. Цюкавин. Как обокрал польского защитника и как убегает. И удар. Сблокировали. Зарковский. Крыховик. Милик. Кун. Кун. Ух, Сафонов. Каин. Чершев. Увидел. Здорово! Бакаев. Сыл по воробьям. Зелинский. Какой хороший пас был. Как увидел тонко и прочувствовал момент. У Бакаева вот нерабочая нога была. Пухач. Хусевич. Тюкаин. Ионов. Ионов. Не боится Ионов. Узеев. Честно. Поляков пока что шансы есть. С каждым днем они. С каждой минутой они все меньше. Как здорово Ионов вырезал. Классно, что у наших есть креатив. Есть творческая изюминка в игре. Не просто пинают мяч. Не просто отбывают номер. Реально играют за страну. Ой-ой-ой. Джики пропустил прострел. И Аркадий Шмелик еще сравнит 1-1. Тем не менее, Чершев. Тужный Ионова. Ионов. Ионов, удар! Щенцы перед собой, Тюкавин! Фалит на желтую. Зурковский. Щенцы. Кун. Милик. Левандовский. Это мастер.
Крыховик тоже мастер. Сипенко. Касание, здорово. Тюкаян. Это был пас, который до Черышева не дошел. 1-1 после первого тайма. Сборная России играет намного лучше по качеству игры. Но счет пока равный. Захарян. Тюкавин. Право. Там Бакаев. Бакаев. Не проходит. Милик. Левандовский. Молодец, Черышев. Молодцы все наши. Вот Зелинский убегает. Сафонов. Вытаскивает. Замена будет. Выйдет на поле с Болотной. Снова дисквалификация. Выйдет на поле Головин. И выйдет Алексей Миранчук. Центр поля будет более изобретательным. Кун. Иванов, здорово. Это фол. Сразу как вступил в борьбу за мяч. Ой-ой-ой. Роберт Левандовский. Демонстрирует свое высочайшее мастерство. Попасть в ворота с метра. 1-2. Все равно Иванову я скажу спасибо за то, что он пошел вот этот мяч до конца. То, что он не стал как последний похуист убегать от борьбы. И вот судьба сейчас наградит Иванова. Он убегает. И он выкатывает под удар. И удар! И 2-2! Денис Черышев. Рикошет нам помог. Помог нам рикошет. Сейчас, казалось, уже готов выручить, но нет. Воздалось. 2-2. Боремся. Дубль Черышева. И голевая передача Ионова. Ионов все равно молодец. Ему не все равно. Нам всем не все равно. Все боремся. Головин. Заполотный. Ионов. Увидел, но пас не дошел. Кузяев почти отобрал. Классно играет сборная России. Здорово играет сборная России. Жике проиграл борьбу. Но все равно заблокировали удар Левандовского. Сафонов, браво. Как держится сборная России. Как не сдается. Беги. Головин. Твой выход. Это прострел. Честно. Это прострел был на хитрик. Черышев сейчас почти отобрал мяч. Днарк. Милик. Но уже борьба, уже. Здорово играем, здорово. Ой, когда дал пройти Хусевич. 2-3. Продавили Хусевича. И Левандовский, конечно, мастер. Вот здесь без сарказма. Разобрался в эпизоде как надо. Миранчук. Даже аут не заработал, но все равно в борьбе. Наши в борьбе. Для всех врагов. Это недобрый знак. Зелинский. Еще замена будет делать Карпин. Выйдет на поле Зобнин. Выйдет на поле Караваев. Больше замен нет. Левандовский. Нет. Не сегодня ты будешь праздновать успех, Левандовский. Не в этой жизни.
и с этими ребятами. Собнин вышел и сразу же в борьбу вступил. Милик. Сипенко. Здесь бы у них мяч. Сафонов выбил. Точно за Болотного. Чершев. Заболотный. Твой выход, Заболотный. Удар. Щенсон отбивает. Ионов. Ионов пас хотел дать. Ошибся. Выход один на один. Мог бы быть. Караваев ни пяди не отдает. Все-таки прошли. Через зону Караваева и Джики пенальти. Только ценой пенальти можно было остановить эту атаку. Я Сафонов. Он отбил. И он вынес. Точно на Черышева. Черышев. Миранчук. Подача. Заболотный. Это невероятно. Это невероятно. 3-3, Заболотный. Остановите планету, я сойду. Сборная России могла проиграть 2-4. Был пенальти. Левандовский мог оформлять хет-трик. Сафонов взял и не просто взял. Сборная России успела отыграться. Успел перевести матч в дополнительное время. Заболотный. И, конечно, Миранчук. Вот это да! Вот это да! И Польша идет вперед. Но сборная России, Заболотный, это твой выход, это твой матч, это твой звездный час. Заболотный крутит, щенсное, но добивание. И угловой. Борьба, борьба. То, чего так не любят соперники сборной России. Когда наши в борьбе. И ошибка. Ошибся Щенсон, но Заболотному помешали пробить. Вот даже если мы сейчас вылетим, это тоже не будет стыдно. 3-3. Когда уже никто не верил. Когда уже все простили со всеми надеждами. 3-3. Я думаю, сейчас без тени сарказма Заболотный просто бог. Поляки забивают четвертый. Левандовский. Даем свою штрафную, к сожалению, делать все, что хотят поляки. Тут же ответ Ионов. Ионов. Удар. Ионов был готов забивать еще. Жике. Пас вперед на Ионова. Это выход 1 на 1. Это удар, это 4-4, да. Еще до конца первого дополнительного тайма. Опять отыгрываемся. Опять не позволяем полякам отправить нас домой. Браво, Россия, браво. Заслужил Ионов в счет того, чтобы сам забить. И только голевой пас сделать. Зобнин. Миранчук. Закопался немного Миранчук. Ну как хорош сегодня Заболотный. Просто спас. Зобнин. Это Зобнин, это Ионов. Заболотный пас. Черышев, беги. Черышев. Твой черед делать хитрик, да. Мы впереди. Мы впереди. Черышев. 5-4. 5-4, Черышев. Это невероятно. Это просто невероятно. Заболотный, это еще не все. Заболотный хочет еще забить. Зобнин.
офсайд передача. Но теперь уже время работает на нас. Теперь уже нам можно никуда не спешить. Только в обороне прошлось, не косячьте. Милик опять. Только фортуна спасает нас от гола. Чершев. Ионов. Хороший Ионов. Удар Ионова. Штанга. Ионов мог отправлять Польшу домой. Сразу. Вместо этого у поляков еще есть шанс на одну атаку. Крыховик. Перевод Зелинскому. Это опасно. Милик. Против него Осипенко. Ходит Милик. Кун. И Караваев выбить. Да. Это свершилось. 5-4. Сборная России восстала из мертвых и продолжила борьбу за выход на чемпионат мира. На очереди второй стыковой матч. Россия против Швеции. Это просто невероятно что-то. Заболотная в старте. Вообще без вопросов. Эмиль Форсберг. Пас на Кулушевского. Линдалёв. Конечно, надо побеждать шведов. Но даже если вдруг будет поражение, это будет совсем не беда. Мы уже продемонстрировали характеры, но нашим этого мало. Наши хотят большего. Из Обнин. Точно в руки Робину Ольсену. Кулушевский. Дэн Кулушевский, игрок Ювентуса. Забивал Зениту. Крафт. Жики, молодец. Сафонов. Ионов. Увидел Заболотного. Но и Старфильд тоже увидел. Исак. Александр Исак. Зобнин. Жике. Ой-ой-ой. Ошибся. Жике ошибся. И забивает Швеция. Дэн Кулушевский. Кровоотчет. Заболотный. Заболотный не просто глядор, он держит атак. Ранчук. Нет. Не прошел. Кроваев не отобрал мяч. Форсберг. Исак продолжает атаковать. Сафонов. И выносит Жике. Касание Чершева. Ионов. Чершева. Находит. И удар! Гол! 24-я минута Денис Чершев взял на себя, не побоялся. Ушел от трех и забил. Браво, Россия! Браво! Ставили силу на шведов. Морально и психологически. Это просто чудо невероятное. Камбэчище из камбэчищ. То, что произошло в матче с Польшей в конце основного времени. Это 2-1. Алексей Ионов, браво. С разницей в каких-то 3 минуты. Сборная России переворачивает ход игры. И счет 0-1 в 2-1. Да, 24-й забил Чершев, а на 27-й Ионов. Как хорош был Заболотный. И Миранчук. Алексей Миранчук, выдавший такой пас. Зобнин. Заболотный. Заболотный еще не
не закончил удивлять. Вот пас только не особо получился, а так дриблинг на самом деле супер. Заболотный получился играть. И вот Чершев. И вот передача. Заболотный. Удар. Миранчук. Не уходит от Ольсона. Форсберг. 39-я минута. Желательно, конечно, забить третий. Для спокойствия. Но пока что 2-1. Исак. Форсберг. Кулушевский. Ой-ой-ой. Просил сейчас Александр Исак. Должен был забивать. Не забил. Заболотный. Увидел Чершева. Не нашел пас. Крафт. Кулушевский. Форсберг. Снова Кулушевский. Опасно. Как легко уходит Кроваев. Вынос. Ошибка. Сафонов. 2-1. Фалит Чершев. Вот еще время у шведов на одну атаку. Все. Вот с первого тайма 2-1. После первого тайма 2-1. На второй. На поле выходит Рифат Джамалетдинов вместо Ионова. Заболотный остается на поле. Доверяет ему Карпин. И Заболотный на самом деле сегодня неплох. Кулушевский. Шведы обыграли чехов со счетом 1-0. Очень тяжелый матч был, и настолько тяжелый матч был, что сейчас Эмиль Форсберг обязан был сравнивать счет, но просто не попал в ворота. Чершев. Бежит. 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 И бьет. Штанга. Какой момент. Что сейчас сделал Чершев? Но шведам тоже в какой-то степени везет. Кулушевский. Зобнин. Касание, но там же Жамалетдинов не успел бы. Форсберг. Жикя. Чершев. Здорово покатил на Заболотном, там перехватывали уже. Борются шведы. В желании бороться им отказать. Ой-ой-ой. Сванберг 1-1. Сафонов. И Сванберг красный получает. Слишком хотел бороться. Жамалетдинов. Увидел сбегание. Головин. Фол. Агустинсон фалил. Головин подает. Там никого нет. Подводит Жики, его удар. Блокируют защитники. Замену будет делать все-таки. Карпин. Уйдет все-таки с болотной. Уйдет Денис Чершев. Поменяются местами. Жамалетдинов, Стармин. Также на поле выйдет Далер Кузеев. И Арсен Захарян. Можно сделать так. 4 нападающих, 2 полузащитника. Либо вот так.
Не совсем типичная, конечно, схема. Ладно, Чекаин идет налево. Или же Малинов, пофиг. Главное достоять. Агустинсон. Кулушевский. Снова Агустинсон ошибается. Головин. Сутормин. Сутормин. Фол. Это сам Эмиль Форсберг фолил. Головин, подача, удар, гол. Сутормин головой. Похоже, хоронит шведская надежда. 3-1. Молодец, Головин. Здорово подал. Ну и сработала замена. Сработала замена. Сборная России выходит на чемпионат мира. Это просто невероятно. Совсем недавно отпарились бы у него 4-1. Чекаин. Очень красиво уходит сборная России на чемпионат мира. Ну, учитывая, что в игре с поляками не сдались, не сдулись. Вытащили просто мертвейший матч. Иначе и быть не могло. Шведы, конечно, молодцы. Шведам за борьбу спасибо. Но сборная России однозначно заслуживает этот мундиаль. И пенальти. Линделев нарушает правила. Кости Тюкаин. Нет, не делает счет 5-1. Милут шведов. Но суть от этого не меняется. На чемпионат мира в Катар едем мы. Потому что мы боремся. До самых последних секунд. До полного исчерпания возможностей к сопротивлению. И вот Тюкаин. Конечно, уже устал. Многие устали. Все равно ищет вариант впереди. 87-я минута. Эмиль Форсберг. Александр Исак. Старфилд. Ольсен. Исак. Захарян вперед. Тюкавин. Жмальдинов. Увидел Тюкавина. И сам Жмальдинов бьет головой. Даже стенка получилась защитником сборной Швеции. Подача. Самый центр штрафной, но там сняли мяч с головы. Не в последнюю очередь такое преимущество было достигнуто из-за численного большинства. Но большинство тоже надо заработать. Да и к моменту большинства наш уже вели 2-1. 4-1. Поздравляю всех вас с тем, что сборная России вышла на чемпионат мира в Катар. Всех вас поздравляю. С этой просто феерической развязкой матча с Польшей. И с не менее ярким матчем со Швецией. Супер.